Доброе утро, народ! Мы сегодня на Днепродзержинском водохранилище будем искать окуня. Ну, а там, глядишь, повезет еще какой-то рыбкой разжиться. Смотрите, штиль на воде, волны минимальные. И будем, короче, мы плавать сегодня на Серегиной такой вот огромной калибре. Он серый тоже пакуется. Привет, друзья. Ну, не огромной, но побольше, чем наши 220-е, ну, да. 240-е. Поупираемся в окуня. Получится что-то поймать еще интересней. Ну, вы увидите в любом случае. А дальше берег, дальше костер и дальше кулинария. Оставайтесь с нами, смотрите, что из этого выйдет. Ну, что, друзья, Серега, он заправляется. И будем прогреваться, будем рушать. О, там с горкой, да, налили вообще. Да. Возможно, он и втусовал сюда 4. Серега, какие груза там примерно? Ну, я же тебе говорю, я ставил 12 грамм, Паша было 24. Где-то вот, от 12, да, там, ну и выше, короче. Ну, то есть в середине я где-то... Как всегда, как я люблю, поставлю 14, наверное. А у тебя есть такие типа 10? Ты, ну, не докупался, не? Не, ну это мне, короче, прислали 8. Еще Днепросвинец прислали. Есть, не, десяточки и восьмерочки, там по пару штучек есть. Да, на всякий случай, да? Подергну, да. Ага. А промысловики, то там стоят сети, снимают. То там поехали. Короче, людей на воде не особо, но зато промысловиков больше, чем рыбы. Так, а чтоб за крючочек взять сюда? Возьмем-ка мы, наверное, вот этот крючочек. Такой декой Dream Hook Work 15. Ну да, как раз то, что нужно. Коробочка с грузами. Где-то тут у нас были 8-граммовки. Как раз и более деликатный комплект тоже собран. Так, друзья, ловить сегодня буду я на свой фаворит Professional. В тесте 5,25 грамм и катушечка фаворит Сапфир 2,5. И фаворит Варита, это тот, что лайтовый комплект у меня, в тесте 2,7 грамм с катушкой Fishing Roy 2506. То есть шнурочки здесь тоненькие, стоит Sunline 6. И здесь стоит UGK G-Metal, то есть, по-моему, 18 либров. Я понял. Да поехали уже! Рыбу! Ты меня рыбу снимаешь! Рыбу хочется ловить! Ну, да. И сейчас мы с Серегой будем на глисер выходить. Но будем стараться. Каже, не, я не хочу на глисер, мне бабушка их потравила. Конечно, не сразу вытягивает, но я надеюсь, вытянет. Но уже при посылке такие потихоньку начинаем отрываться. Это еще можно сказать перекатной режим. Уже не водоизмещение, но перекатной. Километров, наверное, 12. Пробивать место по эхолоту, я разочек брошу. Есть. Первый окунь есть. Есть, Рома, да. Открывает сегодняшний день.
А ну-ка. Ну, блин, окунь не крупный, но на варитку нормально, да, Рома? Да на варитку классно. Удивило еще то, что такой небольшой окунь на такую крупную приманку, в принципе, взял. Ну да. Вот смотри. Я показал только приманку. Смотрите, друзья, какая приманочка и какой окунь. Просто капец. Окуня мы такого отпустим. А за приманки я вам сейчас расскажу. Сделали мне подгончик. Компания Туэртап. Это производитель наш украинский. Всяких силиконовых приманок. И смотрите, кучу всего прислали. Там и для микроджига, и то есть более крупные приманки там на щучку. То есть будем в разных цветах, разные такие модификации, прикольные модификации в плане того, что можно отрывать, допустим, часть оторвал, оставил там слаг, червя, ножки оставил, то есть сороконожка какая-то такая получилась, можно оторвать, то есть заднюю часть получается рачок, то есть интересные довольно-таки приманки, то есть всех буклетиков, то есть и цветовых вариаций много у них, то есть будем пытаться ловить на эти приманки. Меня? Да. Чуть-чуть, а сильно. О. А вот это уже, друзья, что-то хорошее. Ну, подтягивает, по крайней мере, здоровски. Такой хороший. Хороший окушок. Да, нормальный окушарик. Чик. Вот этого можно уже и запекать взять, правильно? Да, этого мы 100% возьмем запекаться. Пойдет. Догнал. Размеры. Да, фигня. Такого только первый, наверное. Да. Плюс-минус. Ну что, на запекание брать нечего, то отпущу, да. Барбос. Добрал, красавец. Ну тут вроде чуть поярче. Да, этот как раз такой, как нам нужно. Смотрите, друзья, не крупный, крупного мы еще не нашли, но в то же самое время окушок проклевывается. Да, такой же, как и тот, которого мы оставили. О. Нормально, да? Да нет, не особо. Он так еще подвесился, да, маленько. Особо комфортный окунь. Так куда ты? Подлодка. Просто подлодка, смотри. Такой более или менее, да? Ну да. На запеканку. О. Мелкая что-то секунду подержала и все.
да, догнал. Ну что-то тоже не особо большое. Не, ну что, хорош. Не, нормально. Да, да он вообще вяленько как-то шел, понял. Наверное, самый крупный, да, за сегодня? Да, это походу самый крупный сегодняшний окунь. Ну, то, что он хоть чуть-чуть откликается, уже хорошо. Ух ты! О! Вот это хороший окушарик. И поклевка, Рома. Да, да, не такая, понял, как до этого поклевочки такое, что непонятное что-то. Ребятки, короче, вариту пришлось мне отложить в сторону, потому что ну не добрасывал я немножко до точки. И взял я в руки своего икса. Ну да. Вот вам первый окушарик. Ну, как я вам и говорил, что сегодня будем ловить крупного окуня. Будем его запекать. Зараза. У тебя ж крышки жаберные такие, что ну их нафиг по мне. Ну, хорош. Открыться вот таким окушариком, я думаю, это достойно. Правда, Ром? Да, ну да, зачетный окуш. Так, а что у нас здесь? Утяжелился я. Короче, поставил 12 грамм вольфрам. И Live Impact 3 дюйма. Каждое что-то сопровождается каким-то таким звуком. Равичка, каждая поклевает. Причем, о, невыраженное какое-то. Ну, это когда такое не очень, понял? Ну, понятно. Да. Когда хорошая поклевка, сразу, о! Ну, да. О! Друзья, шутили по поводу «о» моей. То есть по интенсивности звука «о» можно определить четенько, была ли, да, была ли поклевка или нет. Ну, такой. Скажем, да, такой. У нас там пока 4 штуки есть, да, этого можно отпустить, ну, этот давай, такой. То если крупного найдем, тогда более мелких отпустим, оставим крупных. Я думаю, ну... ну и это твердое О отправляется расти дальше. Подлодка, да? Ну почти, да. Ну тоже мелочь какая-то. Есть. О. Что, понеслась, что ну, ли? Слышишь, что-то да. Мы с тобой, да, нормально. Котлетами прям начали колбасить. Да. Ахай-яй-яй. Что, ушел, да? Да, оторвался. А только хотели переезжать, да, Рома? Ну да. Ну это тоже не крупный, но, блин, радует то, что, знаешь, поклевки пошли. Угу. Сейчас, может, выцепим и крупного. Да-да-да, ближе к лодке, когда, ну, чуть покруче. О, смотри, тупо лежало. Да и все, блин, сошел, прикинь. Ай, красавец. Да. Ну, тот, походу, понял, сильно большая приманка. Видно, слышно было, точнее... тюканье, так ну маленький, да. Что-то да, что-то меленькое. И тоже он, смотри, вертолетом. Угу. Хотя не. Ну, мелкий. Меленький окушок. Сигалеточка. Сюда, сигалеточка. Отправляйся. Есть. Это же небольшой.
Ах, и сошел. Чаще всего, когда так говорят, подразумевают. О! О, что-то поддавливает такое. Более-менее. Ну, покрупнее, однозначно покрупнее, чем предыдущие. Так сопротивляется нормально. Ну да. Ну да, более-менее, смотри какой. Учитывая то, что вода зеленая, капец. Оп! Да он ушел прям тут под лодкой, короче, отвалился. Есть. На кушок, да. Не, судачишка, смотри. Эх. Судачишка, и отвалился. А на мне, как всегда, костер. Выгрузились на берег. Сейчас будем запекать окуня. Так и получилось. Да, друзья, костерчик с меня как бы не убудет. Получился то, что надо. Лодочка, ребята, плавают. Итак, костер готов. Друзья, окушков почистили, попотрошили, завернули в фольгу. И лимончик оставили половинку, чтобы потом поливать, именно уже готовы. Сейчас прогорит костер, ложим их на полчасика и будем смаковать. Поймал такую, опана. Стоять. Кстати, ребятки, смотрите, кусочек лимона остался, и мы свежим лимоном уже готовую рыбу еще потом будем поливать. Смотрите, как красиво на подносике оно все. Да-да-да, кстати, друзья, я вам об этом говорил. Смотрите, вот видите, вот так вот она именно. 3, 4 и 5. Все, есть. Блин, такой же. А сколько серы ждать? Полчасика. Не, ну минуток 20 она будет готова. Сейчас. Смотрите, какие окуняки. Серый, как ты думаешь, они уже готовы или еще вряд ли? Да ты знаешь, Рома, я думаю, что я тебе вот так, наверное, подставлю этот. Чик, и мы их, да? Да, там уже выгружаем. У нас по времени без 20, да, с головой. Они уже нормально готовы. Вообще по красоте. Сейчас их надо сразу будет развернуть, чтобы они вычахли побыстрее. Можно было кушать. Потому что зачастую бывает, достаешь, уже все, слюни. А рыба-то горячая. О, все. Огонь. Фу! Это жарковастенько, да. Здесь. Я думаю, не то, что приступаем, а вообще стартуем просто. Ну, да. Как ты говоришь, понеслась, да? Да, понеслась. Вот так, сейчас его по хребту немножко раз-раз распилил. И теперь он должен открыться просто вот так вот суперски. Смотрите, друзья, вот про что я вам и говорил. Шулянь, что за эскадрилья? Смотрите, друзья, тут сироты ездят. А, блядь, пошли, короче, несколько яхт, ряды. Да ладно, ну их эти яхты, отвлекаться не будем. У нас трапеза, это важнее.
Супер. Получилось? А так и жрать хочется ж. Да получилось не то слово. Ну, друзья, окушок вышел зачетненький, вообще просто жесть. И по соли, и по всему. Серега говорит, что соли мало. Но я особо соленое не люблю. Блин, супер. И лимончик внутри тоже зачет. Я не могу, я говорить не могу, слюнями давлю, да, серый. Да, есть такое дело. Друзья, я пока отключаюсь, поедим, и дальше уже я вам все расскажу. Так, друзьяки, ну короче, Серега не подужал последнего, я решил с ним побороться. Несмотря на то, что все-таки окунь немного червивенький, но после термообработки, в принципе, его можно уничтожать. Доем окуня, вымою руки, сложим лодку и домой. Главное не заснуть в машине. Потому что у меня есть одна привычка, Серега знает. Пока Серега рулит, я могу чуть-чуть вздремнуть, храпануть. Еще раз всем приятного аппетита. Друзья, рыбалка отличная получилась. Запекли окуня просто, ну просто на ура, вкуснейшего. Смотрите, со мной вот, пакует камеру один товарищ, тоже снимает влоги. Подписчик твой. Сергей Рязанов, подписчик. Я его подписчик, и он напросился на рыбалку, кстати, друзья. Тоже я оставлю ссылочку внизу в описании, то есть подписывайтесь на канал молодого человека, канал называется Energy Fishing. Канал молодой, но тем не менее. Очень перспективный, очень. Я думаю, есть что посмотреть, хоть и не такой, как у вас, крупный всем. Короче, а без шуток, да, рыбалка действительно получилась зачетная, то есть окунька чуть-чуть погоняли, запекли, покушали, сейчас собираемся, едем домой. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на нас, дальше будет только интересней.